Якщо ти хочеш бути чиновником, якщо ти хочеш бути дипломатом, якщо ти хочеш бути офіцером, працювати в міліції, в прокуратурі, в суді, будь добрий, знай єдину державну мову російську. А в случае с фашистами с Украины ничего не делаем. У Свободы тесные контакты с НДПГ и другими нацистскими партиями в Европе. А председатель партии Олег Тягнебок заявил буквально следующее. Я цитирую. Запомните, что он сказал. Начало цитаты. Берите оружие, сражайтесь с русскими, свиньями, с немцами. Жидовскими свиньями и прочей заразой. Конец цитаты. Повторяю, этот человек сказал, начало цитаты. Берите оружие, сражайтесь с русскими свиньями, с немцами, с жидовскими свиньями и прочей заразой.